решетки толстые нам суждены. А дело-то идем? Не передумал? Чего тебя должен передумать-то? Мало ли. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Тебя от Аляна привет. Для Толясика. Понял. Передадим. Твой друг бежать задумал. Молодец. Фильм Валерия Приемахова. Роль юного Артура Смолянинова. Кинодебют Евгения Крайнова. И песни группы ДДТ. Кто, если не мы? Сегодня кино после 7. Thank you.